Первоособица у рыцаров, машиниста, у водителя все не смогли самые допытливые дети. Многие столичные предприемства отшинили свои зверы для школьников, тем самым подарили им незабавные уражения в первый день каникул. Детячий день в отшима дорослых у Антонины Станкевич. Первый удар сверху. Раз. Второй удар по ногам. Бац. Следующий удар по ногам. Ставь защиту. Бац. Маленький Антон до этого дня николи не тримал соправдный меч в руках, однако под керавництвом сэра Франсуа у хлопчика недренно отрымливается и обороняться, и нападать. Ведомо, дорослый рыцарь крыху поддается, однако чего не зробишь, как дети, и не только в этот день, усмехались. Мне очень хотелось бы поздравить детей с сегодняшним праздником, это детей, а взрослым пожелать рыцарственности. Ведь рыцарственность, рыцари, они защищали всегда слабых и малых. Веселое свято для выхованцев социально-педагогичного притулку Фрунзенского района столицы организовал головный рыцарь Минска, а по совмещательству депутат Михаил Милованов. Для детей навод привезли коней. Скакуны с задовольнением покатали самых маленьких минчан. До того ж дети поудельничали у мастер-классах разных эпох. Стрелять, как Робин Гуда, научить и соправдные лучники 15-го стагодия. Для этого треба ведать некольки правил. Тримать лук крепко и оттягивать тетиву, как мага должей. И тогда стрела трапляет докладно у яблочка. Сегодня віншують детей у центральном регионе. Без уваги не застались и семьи переселенцы, которые потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС. Солодки присмаки и подарунки, а после концерт. Віншувати самых маленьких таким чином – добрая традиция, яку поддерживают не только белорусы. Дети – это наше будущее, наша надежда. И белорусские дети, и китайские дети. На первый погляд можно уявить, что средний взрослый работников этого предприятия – 10-12 годов. Однако на самом деле, таким чином тут несколько годов запар святкуют головный дитячий день. Сынов и дочок работников машинобудовничего холдингу запрошают на день открытых дверей. Спочатку хлопчика у девчинок здивляют вытонченными труками, которые делают могутные машины. Кажется, сейчас будет гол! А потом для всех майстер-классы прямо на працовных местах батьков. Кто-то освоивает основы маркетингу и логистики, а кто-то знакомится с работой конвейера. Хотели бы привить в первую очередь трудолюбие, понимание, как родители работают, где работают, участвуют в каких процессах. То есть привить дружбу и любовь к производству, на том, которым работают их же родители. Сегодня вся увага самым маленьким, однако дорослые подкресливают. Варто робить это каждый день, а не только у першелетний. Антонина Станкевич, Александр Берецкий, агентство «Теленовин».